гибрид томата «Дедушкин». Это очень интересный гибрид. Растение детерминантное, высотой где-то до 80 сантиметров. То есть можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте. Сорт раннеспелый, 95-100 дней от момента всходов. Плоды у него около 150 грамм, розовые и очень вкусные. Но при этом сочетается как хороший вкус, так и плотность и транспортабельность высокая. То есть плоды могут храниться там 2-3 недели легко. Легко перевозится, то есть ну, высокая транспортабельность, и при этом вкусовые качества не страдают. То есть на самом деле редко бывает, когда это сочетается, но в данном случае вот у этого гибрида так, высоко устойчив к болезням. Вот. Ну а раннеспелость, это тоже немаловажный факт, так скажем, в наших северных регионах. Вот. И еще одна очень интересная такая, как особенность, он очень высокоурожайный. Ну, в пленочных теплицах можно собрать с одного квадратного метра до 20 килограмм. Получите роскошный королевский урожай, то есть максимальный, вот, который будет и по размеру достаточно большой, и по вкусу, по качеству тоже такой королевский, так скажем.